Отчет о деятельности торговой промышленной палаты за 2015 год и основные направления работы на 2016 год представил президент ДМТПП Валерий Логачев. Но прежде чем приступить к докладу, Валерий Логачев провел церемонию вручения членских билетов. В своем докладе Валерий Логачев одним из первых озвучил перечень организованных общественно значимых мероприятий. Это и форумы, и конференции, и различные круглые столы. Увеличилась членская база. На сегодняшний день она составляет 473 человека. Объем услуг вырос на 25%. В 2012 году выручка торгово-промышленной палаты составила 33 миллиона рублей. А уже в 2015 году эта цифра выросла до 55 миллионов рублей. В рейтинге торгово-промышленных палат наша по Московской области из 30 представленных занимает первое место. А по Центральному федеральному рейтингу из 53 торговых палат мы занимаем 6 место. ДМТПП активно ведется выставочная деятельность. Валерий Логачев озвучил выставки, организованные на собственной площади экспоцентра за 2015 год. Особое внимание он уделил Международному экономическому форуму, в котором было задействовано 1417 участников, 29 зарубежных делегаций из 26 стран мира. В нем также приняли участие 304 организации и предприятия. Кстати, что касается внешнеэкономической деятельности, в рамках этого форума был подписан ряд соглашений. Продолжается успешное сотрудничество с 16 городами и регионами, побратимами – Нидерланды, Германия, Франция, Польша, Италия, Китай и другие. В 2015 году был подготовлен прием 67 делегаций городов и регионов-побратимов, поездки 28 делегаций специалистов по программам обмена. Особое внимание уделяется развитию культурных и экономических связей, а также привлечению инвесторов. Что касается управления развития предпринимательства, активно работают бизнес-инкубатор, школы бизнеса и юридический центр ДМТПП. В 2016 году состоится очередной съезд Дмитровской торгово-промышленной палаты, на котором, возможно, будут скорректированы основные направления деятельности палаты, заданные предыдущим съездом в 2011 году. Среди основных направлений палаты на 2016 год – совершенствование практики взаимодействия бизнеса и власти, ускорение развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционного процесса, развитие международного делового сотрудничества, развитие конгрессной деятельности как инструмента внедрения инноваций и передовых технологий, формирование кадрового ресурса для экономики, укрепления материальной базы ДМТПП и расширения услуг. Что касается выбора делегатов на съезд торгово-промышленных палат Российской Федерации, то были выбраны Валерий Логачев, Александр Терентьев и Игорь Попов. Среди приглашенных на съезд утвердили Валерия Гаврилова и Юрия Власенко. Очередной съезд Дмитровской торгово-промышленной палаты было принято провести в апреле этого года.